Насмотрелась на Аниной добивашке, пошла наконец открывать свои пробники помад. Все, идем вскрывать помады новые. Всем привет-привет! Нам вроде бы повезло с утром, там был момент, даже солнце выглядывало. Но, в общем, не обкладная облачность, не тьма египетская. Наконец-таки, лучше поздно, чем никогда. Я уже пытаюсь вспомнить, сколько у меня месяц, лежат 6 пробников. Я все жду удачного утра и удачного настроения. Целых 2 каталога открыла. Сейчас их будем поганить, сверять, что, на что похожи цвета помад при дневном освещении, на что похожи их фотки в каталоге, а потом перемещусь к зеркалу, наснимаю вам выкраску на губах. Вот прям на меня смотрит классный цвет. Артикул 4909. Он идет к помаде, оканчивающейся на 87-й элемент. Слушайте, как я его схватила. Помните этот фильм с Милой Йовович? Когда я была юна и прекрасна, он мне так нравился. Слушайте, почти точное, что ли, попадание? Так, а где моя рука? Ух ты. Слушайте, я у вас выпала из кадра, я прошу прощения. Седьмой элемент 4780. Отлично смотрится. Конечно, такие цвета не все любят. Идут не всем. Мне они сами по себе очень нравятся. На губах я их немного боюсь. Так, очень красивый, очень яркий цвет. 4098 артикул пробника. А к помаде он заканчивающийся на 208. Вот оно. Это у нас во власти фуксии. Логично. Слушайте, тоже полиграфы постарались. Второй каталог рядышком. Почти одинаково. Эй, захлопнулся. Ну, или тебе отсюда нам одного хватит. Такое ощущение, что у меня камера в тумане, или она теряет фокус. Я тебе пониже вот так вот опущу. Цвет во власти фуксии, помада 4208. Пробники тоже денег стоят. Сколько? Мне, по-моему, по 50 или по 60 рублей пробник обошелся. И, по-моему, все классно. Так, функции авторезкость что-то мне перестало хватать. Я уж подумала, камера барахлит. Шикарные цвета, по-моему. Вот в макияже их надо учиться приручать. Я в 2019 году купила палетку Пупы с такими цветами, ну, с похожими, точнее, мне хотелось с такими. Именно хотелось поприучаться их использовать в креативных макияжах. Вот Хэллоуин прошел, я ими так и не воспользовалась. Ну, зачем нам Хэллоуин? Будет настроение, мы и без Хэллоуина себя им порисуем. Итак, цвет оканчивается на 81, черничный пирог, пробник 4910, помада 4781, черничный пирог. Логично, что он blueberry pie. Ой, зацепила пальчиком, такой красивый цвет. Вот он, blueberry pie. Ух ты, жирный-то какой, слушайте. Вот, и такое у меня было разочарование. В Ревгоше отдала 1000 рублей за палетку. Нет, палетка у Пупы красивая, я ей пользуюсь. Я ее специально вообще со стола никуда не убираю. Но там у меня только в бальзамчиках какие-то протирки видны. Потому что на губах держится недолго.
даже в безмасочный режим из дома выходишь, все стирается, а это как раз то, что надо. Это прям такой насыщенный цвет 40-911 и помада 40-782. Вот он, багровый пик. Господи, как ты по-английски-то будешь? А, Crimson Pike. Вот. Так, включайся, Crimson Pike. Сейчас мы тебя накрасим. Crimson Pike. Ты будешь... Ай, разрывается бумажечка. Я же ты оторвешься, я же не опознаю потом Crimson Pike. Хотя, наверное, его мало с чем можно перепутать. Он тут один такой в палитре. Вообще, в жизни, по-моему, только в подростковом возрасте экспериментировала с такими темными цветами. Crimson Pike. А так с ними вообще не хожу. Мне будет очень интересно, на что это все похоже. Да, тут тоже практически цвет пробника, цвет помады совпадает с полиграфией в журнале. Супер. Так, ты кто? Ты уже кто-то поспокойнее? 40-202. 40-202, ты где? А, вот он. Розовая пыль. Rose dust. Как все прозаично. Так, фокус не покидай нас, ты нам нужен. Опускаем камеру еще ниже. Rose dust. Ага. Вот, это уже такой цвет, что называется на каждый день и для всех. Розовая пыль. Rose Dust 40-202. По-моему, легко запомнить, если кому-то цвет очень понравился. На руке буквально одно касание и плотный цвет, что не может не радовать. По-моему, превосходно. Так, и тут что-то коричневенькое, потому что коричневых цветов тоже как-то у меня на губах. Не часто их можно встретить, я бы даже сказала, очень-очень редко. Это какие-то такие бежеватые цвета, ненадолго для какой-нибудь фоточки накрасятся. Это мне будет поле для экспериментов, чтобы не бросаться ни на какие дорогие палетки, а именно поиграться с пробниками. Я потом, как Аня наша, буду устраивать Project Pen из пробников помад. Мисс Браун. Мисс Браун, она и есть мисс Браун. Вот она такая Браун. Она вся Браун. Я немного боюсь Браун, потому что у меня волосы-то коричневого такого цвета. Но здесь такой все-таки не рыжий какашистый цвет, а он с какой-то розовинкой, причем достаточно нейтральный, прям так сразу вот он не диссонирует с откровенно холодными цветами, поэтому мне должна эта мисс Браун очень даже подойти. Да, и тут тоже, смотрите, полиграф и Фаберлик для нас постарались, чтобы цвет в каталоге, он подходил под настоящий цвет очень здорово. Так, и последний пробник с отодранной бумажкой. А, помада 40-381. А, нет. Стоп. А это значит вообще помада Setting Kiss сюда у меня попала. Ну, верно, собственно, 6 пробников мы выкрасили. Я 6 пробников HD Color заказывала. Коричневенький, вот этот, мне он тоже почему-то Crimson Pike, багровый пик казался коричневым, но он все-таки очень здорово багровый. 2 фиолетовых, 2 фуксиевых и Rose Dust, пыльная роза, очень повседневный цвет. По-моему, шикарно смотрится. А этот пробничек я верну к залежам помад Setting Kiss. Я их купила, по-моему, всю линейку. Один в каком-то видео макияжном у меня этот уже промелькнул.
И надо будет заняться выкраской всех остальных тоже в какое-нибудь такое хорошее светлое утро. Наверное, не буду делать ролик гигантской длины. Я сейчас смонтирую вот этот кусочек со сводчами при дневном освещении. А выкраска на губах где-то будет на канале рядом с ним. Возможно, снабжу их ссылками друг на друга. Поэтому всем пока. Не будем затягивать ролики до бесконечности. Всем отличных макияжей и непроходящего креативного настроения. Пока-пока.